Все, ножи снимаем. Пришли, да. Сейчас мы будем их распаковывать. Так, ну, первым делом ножи компании Слон Unco. Ункомпания, да. Также нож. Это не первый наш заказ. Это не первый. Что мы тут видим? Это такой босяцкий подгон, брусок, кап дуба. Очень хороший. Спасибо, Вячеслав. Так, сейчас мы посмотрим, что тут дальше у нас есть. Немцы попросили еще полтинник от Цоля. Это так как-то вышло даже дешевле, чем мы когда-то платили, да? Это уже радует тоже, да? Сейчас мы посмотрим, что тут у нас должно два пчака быть. Так, ну, может, еще пару ножей затянулись. Ты смотри, чтобы не вытащили в соли тот нож твой любимый. Все возможно. Ну. В этой жизни все возможно. Да, да. Так. Па-па-па-пам. Та-да-да-там. Так, что у нас тут в наличии? Два пчака. Ага, еще и вот такие ножны идут. Это к оригиналу Соколку, короче, да? Вот. Ну, как-то так. Супер. Вот, супер, да. Огромное спасибо. Да, еще вот угу. Нам такой подгончик. Ну, это же вообще просто песня. Ой, сейчас мы это все рассмотрим. Давай пчаки показывай. Пчак. Это для друга. Пчак. Ой, какой красивый, слушай. Какой красивый. Вот это тут размыто так, знаешь, этим. Ну, все же. Просто как он лежит, слушай. Вообще просто идеально. О, заточечка тоже есть. Если куда-то на природу, вот слива нету, да? Это как-то... Ну, в крайнем случае... Вот, и можно, он как раз рыбак. Но он же для жены купил. Ну да, он как в подарок. Но она с ним ездит на рыбалочку. Угу. Да? И поэтому вот, пожалуйста, могут на рыбалочку брать. Ну давай второй. Да, вообще. Это моей супруге, сестре. Вот. Ну, идентичный нож. Вот им надо что-то делать. Вот это вот как-то... Они лазером это пишут, да? Или надо это как-то будет стирать, или это... Ну, как-то неотчетливо вот это вот. Но все же. Самое главное тут не это, что тут написано. А самое главное такой... Что призвал. Что принесл, да, и хорошая сталька была, заточечку держала. Также, ну, я не знаю, там... Ну, все, все, хватит. Что-то говорят, там заточка плохая, я не... Даже... Ну, как плохая, я... Вон, стругает, как это, я не знаю, как она плохая может быть. Ну, может, кто бриться... Мне кажется, и побриться тоже можно. Ну тоже вот и лунки, что может она также куда-то взять, да, там, на природу, да. Ну и самое главное. Та-да-да-дам! Самый главный. Это соколок. Так, ну. Такой. Маленький, красивенький.
Очень хорошенький, да, удобненький такой, легенький, где-то 138 грамм. Ну, больше не надо. Да, больше. И на кухне ты можешь на кухне работать, картошечку чистить, где-то что-то там колбасочку порезать. Тут... Также куда-нибудь в поход пошел и взял маленький. Да, да, взял в походик, раз так, это в принципе. Ну вот. Супер. Вы довольны? Доволен. Еще бы. Благодарим еще раз Вячеслава и компанию Слон. Да. Ножи суперские. Слон Унко. Пользуйтесь.